ничего. У кого-то есть имитатор, у кого-то есть Мерседес, а у кого-то есть вероящий, который умеет говорить I love you. Собирают стерлинги болты. Понял, слышишь, что между ними существует интимная связь. И у каждой есть вероящий, который умеет говорить I love you. А недавно один меланхолик без ключей, без приглашения в лес обозначенную квартиру. В доме у Триумфальной арки ему хотелось стерлядных фунтов, ему хотелось легкой наживы. Но встречался ему звероящик, который внезапно сказал